Ускорбить нужно вывести из строя его вооружение. Капитан, ваше тяжелое оружие может пробить броню. Я с ней сам разберусь! Прикройте меня! Сержант, вступить в СКАР никогда не поздно. Если электроника не повреждена, может перезагрузить С-12? Ха-ха! А наш-то еще в игре! Какая живучая железяка! Квадрат заблокирован, сержант! Понял! Всем бортам штата направиться с бронетехникой в парке! Чума! Я рейдер. Мы в секторе. Готовьте авиацию. Как слышно? Нет приема, рейдер. Повторяю, нет приема. Чума. Солтер, повтори. Связь потеряна. Поднимается шторм. Внимание, у нас гости. Может, наша авиаподдержка?
капитан. Помогите открыть, капитан! Помогите открыть, капитан! Давай! Внутрь! Внутрь! Еще двое сзади! Сторону! Говорит адмирал Сталин Прочь Долимба. Всем силам ЮНСА приказано немедленно сдаться и сложить оружие. Коч! Мы не подохнем на коленях! Ни здесь, ни где-либо еще! Нужно скорее уходить, пока по нам не пьют! Мы останемся и дождемся авиаподдержки! Нет, я хочу видеть флаг на той башне! Остались лишь мы. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как повезет! Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача — взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Итан, открой лифт! Есть, штаб-сержант! Это на крышу. Прикройте нас крупным калибром. Зайдете, скажете. Итан, ты со мной. Есть, сэр. Сюда, сэр. Вы двое. До встречи в аду. Точно. Поднимемся по лестнице и выберемся. Капитан Рейен. Шансов на победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Смерть не бесчестие. Я на месте. Наши на горизонте! Посмотрим, каков ты в деле, Коч! Я выведу этого туза из игры, капитан! Будь осторожен, Трон! Это ж как вулкан плевать, сэр! Спасла твою задницу. Почему так долго? Не было связи, я знала, что вы в беде. Вовремя. По ней давление подскочит, и башня взорвется. Ну что, готовы к веселью? Отлично, десант. Дальше Скар справится сами. Принято. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Понял, штаб-сержант. Готовь боевой раскрас, Рейс. Покончим с этим дерьмом и поедем домой. Скар-2, нас преследуют. Где вы? 1-1, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение и идем к вам. Противник на 6 часов. Есть попадание. 2-1, нужно прикрытие. Мы прорываемся к турбине. Закругляйтесь и прикройте нас. Принято, чума.
Дадим жару этим шустрякам! Thank you.
повреждения. Внутри. Давай, приземляйся. Thank you.
Прикрой. На два шага впереди тебя, Бронеда. Налево! Готов поразвлечься? Как всегда. Турбина отключена. Артём, ты ничего не слышно? Пока ничего. Они в порядке, не беспокойся. Надеюсь. Надежды недостаточно, нужна вера. Thank you.
Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трупа, наслаждайся фейерверком. Зажжем эту свечку и домой. Отсюда, пока они не нашли нас. Так точно, рейдер. Командуй. Все СКАР на старт. Принято. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Зажигание. Тяга штатная. Возмездие, полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие, рубеж 19 тысяч, поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Капитан, подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Ну же! Я иду! Двигай уже на возмездие! Крок, жми на газ, мы прыгаем! Есть, сэр! Розок убит! Нет, я нас вытащу! Столкновение неминуемо! Надо прыгать, сэр! Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! На подходе еще несколько! По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 141. Капитан, ваш капитан! Меня задело в кабине! Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет, нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат – робот. Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Капитан! Капитан! Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очнись. Вот так, матрос. Открой глаза. Я Фэрон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк. Он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр.
Вы в челноке «Тигра». Я возвращаю вас на возмездие. Корабль. Мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50% потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на «Тигр». Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр?